это объект строительства, это временная дорога, которая обеспечит подъезд к Химспасу, водно-моторному клубу «Турист» и ДСК. Новая дорога соединит улицы Ватутина и Кирова в Старых Химках. Сейчас там идет строительство жилого комплекса. Дорожное полотно откроют только для легковых автомобилей. Движение грузовых машин на этом участке запретят. Данная дорога строится на земельных участках, принадлежащих администрации. Получен ордер на строительство данной дороги. Со стороны улицы Железнодорожной проезд невозможен по причине того, что там очень большой перепад, порядка 6-8 метров. И там земельные участки находятся в аренде у других собственников. Новая дорога обеспечит и безопасность. Теперь водно-спасательный отряд Химспаса сможет оперативнее реагировать на вызовы. Для подъезда скорой помощи дорога необходима. Дорога необходима также не только для скорой помощи, а еще для того, что у нас есть водолазные машины, которые выдвигаются на помощь людям, которые терпят бедствия на закрытых водоемах и речках городского округа Химки. Сейчас на участке идут подготовительные работы. Планируют проложить около 100 метров дорожного полотна.